подписчики и зрители канала, с вами снова Артур. Мы продолжаем играть в, не поверьте, Fallout 4. Мы с вами находимся в Sanctuary, потому что я сюда вернулся после того, как в предыдущей серии мы с вами отомстили супермутантам, которые обижали нас в начале предыдущей серии. В предыдущей серии мы сходили туда, куда вы меня просили давно сходить. Это на секретную локацию с заброшенной подводной лодкой. Это был охренительный квест. Сегодня мы займемся еще более охренительным квестом, судя по словам тех людей, которые посоветовали мне найти на карте метку с заброшенной хижиной и проследовать туда. Туда мы сегодня с вами и пойдем. Двигаться будем от форта Хагена, и несмотря на то, что он зачищен, вы понимаете, да? Ну, там, как обычно, будет все очень плохо. И между тем, мы с вами идем в зону отчуждения, и, соответственно, у нас с вами сейчас будут проблемы с радиацией, поэтому я взял защитный костюм, который позволит мне избегать радиации, но при этом защита у меня будет не очень хорошей. Поэтому, соответственно, посмотрим, что у нас сегодня получится. Последние серии были достаточно жопными. И это, на самом деле, было прекрасно, потому что сложность впервые за долгое время была вполне себе такой... в общем. Хорошо. Так, метку я поставил вроде, да? Угу. Погнали. Нам предстоит не особо долгая дорога, но, в принципе, здесь могут вломиться некоторые товарищи. На самом деле, я уже никого не боюсь в этой игре. То есть... Смысл? Вот это меткость. Вот это я называю меткость. Да господи, попади ты уже. Ну, что же ты... Все или еще? Детеныш Гнуса. Самая поганая хрень на свете. Короче говоря, мы в этой игре, по-моему, видели все виды монстров. И уже, в принципе, знаем, как и с кем разбираться, поэтому не так все страшно и не так все плохо. А здесь мы, по-моему, с вами случаем не были. Это что за ангары, такие амбары? Танк стоит. И силовая броня в придачу. Ну, офигеть теперь. Я так давно не ходил в силовой броне, я так избегал этого, а в результате она сама нашла меня. Значит, мы туда пойдем с вами в силовой броне. Это, конечно, рад таракан, серьезно? Чего тебе, япономать, не хватает? Полегчало? 51-я не самая лучшая, не самая худшая, вполне себе каноничная бронька. Давай пойдем в ней, почему бы и нет. Ну а такая на один раз, я не думаю, что я там больно буду заморачиваться в плане того, что... В общем, с ней что-то делать. Я ее, наверное, ну в общем, похожу в ней, да, оставлю опять где-нибудь. Интересно, а здесь где-нибудь есть броня с джетпаком? Так, ну и раз мы в этой штуке, то нам... Защитный костюм не так, чтобы нужен. Вообще-то да. Ноги, по-моему, на этой броне себя не очень хорошо чувствуют, да? Или мне кажется? Ну такое. Да нет, все идеально себя чувствует. А, ног тупо нету. Вот, вот оно что. Понятно. Что это за место вообще? Просто если бы ноги были прохаваны, то я бы двигался заметно быстрее. Зато теперь я могу силачу заметно больше боли нанести. И это меня радует. Что же это за место такое? Я надеюсь, я там ничего не пропустил. Смотри, заборчиком огорожено. Любопытно. Я, между тем, могу ускоряться, так что все нормально. Люди, которые говорят, что они собирают там, скажем, силовые блоки, вот, вот специально для вас сейчас. Посмотрите, справа от компаса вы увидите количество силовых блоков на данный момент. У меня их 33, мне их тупо не нужно. Хватит мне это писать. Ой, мать твою.
ломай. Ломай, силач. Силач. Чё ты щелкаешь-то? Так, мне уже не нужно, у меня этих уже лап когтей смерти. Чё-то есть. Я как обычно, если дорога предстоит достаточно длинная, то по дороге что-нибудь найду, и в общем дорога получается заметно дольше, чем изначально планировалось. Но я не жалуюсь. Очередная жертва. И дрын, который мне не нужен. Так, ну и ладно. Значит, пойдем дальше. Блин, без ног плохо. Ну ладно, дареному коню в зубы не смотрят. Зато верхушка в идеальном состоянии. Как правило, если враги нападают, они же верхушку бьют. Так что у меня защита очень даже. Это я сейчас где нахожусь? Ага, понял. Не очень далеко уже. Так, вот ЕОГ надо взять. Мясо именно, шкура мне не нужна, у меня шкуры тоже хватает. Интересно, если ноги полностью разломаны, то опасно ли для силовой брони падение с высоты? Вау, с высоты. Я думаю, что нет. О, господи. Ну, зашибись. Ой, там что-то какая-то херня, по-моему, происходит. Да-да-да-да-да, я так и думал. Да забей ты на этого гнуса, силач, пойдем. Не думаю, что эта хрень вернется. Ладно, забей. Странно выглядит такая, короче, дура с таким пистолетиком в руках. Ничего полезного, второй этаж. Что ты сказал, твою мать? Так, хорошо, пойдем дальше. Здесь у нас, смотри, целый городок, про который я не знал. Это где это получается? Да, смотри. Блин, я хотел туда пойти, но походу это место надо посмотреть. Слушай, так это получается... да нет, вроде. Что-то до хрена, как-то когтей смерти здесь. Кладбище. Мне показалось, что это место, где там убежище 82. Очень похоже на него было. Да, блин. Господи, какие вы конченые. Ну, Гаус разматывает. Что-то там горит все. Ладно, давайте мы туда пойдем, наверное, как-нибудь потом. Очень уж мне хочется по вашей секретке пройти. В
надо просто запомнить это место, что оно здесь есть. И, как правило, здесь большая часть мест посещается именно по квестам, поэтому можно не париться. Мы там, наверное, еще будем. Да откуда же у вас тут столько, господи? Это вообще какой-то прикольный. Перебор. О, пошло, поехало, приближаемся. Ну, здесь, на удивление, не видно когтей смерти. Там прям до жопы, я не знаю. Через каждые 50 метров, а тут вон оно что. Ну что, тут палатку пытался организовать? Что-то походу не вышло. А мы, между прочим, довольно уверенно приближаемся. Чё-то не знаю, может быть, мы очень далеко от кратера, но в прошлый раз здесь было пипец как темно. Да, наверное, мы еще просто не подошли достаточно близко. О, а вот теперь я узнаю, что-то я такое. Что-то оно так светится, что даже силач туда боится идти. Не столько там, на твою-то мать, слезть уже куда-нибудь. Я не пролажу? Я не пролажу. Ну, короче, тухлятинка пошла. Еще одно из тех мест, наверное, которые по сюжету посещаешь, больно оно приметное. Да ладно, давай сходим посмотрим. Фаниты здесь тоже. Так, есть что? Я думаю, в таких помехах тут вообще ничего быть не может. Это было тупо. Так спокойнее, верно? Это действие невозможно выполнить силовое броня. Ну, ништяк. Ну, ладно, хорошо. Всю оборону сам включил, короче говоря. Так это казарма, по сути. Броня очень кстати у нас здесь нашлась. Нравится. Слишком много когтей смерти были. That's it. Elite Dangerous. Так, а что хорошего у нас здесь водится? Ну-ка покажи. Ну,
О, на Гаус уже хорошо. Такое на самом деле. Так, подожди-ка, что я хотел-то? Да. Вот и хочу хрень поставить. Забавная, по-моему, будет. Так, все, выходи. Как обычно, на все подряд отвлекаешься. Но я не жалуюсь, нет. Вот это, кстати, охереть, какая редкая вещь, вакуумная лампа. Так, ладно, пойдем. Что ли? Ау. Всякий. Ох, как оно фонит-то тут. Корабль открыт. Меня все полностью устраивает, силач. Серьезно? Вас только не хватало. Так, да, иди, силач. Тут у тебя будет польза. С таким пистолетиком. Не знаю, хотя бы внешний вид не внушает доверия у этого пистолета. Хотя он мне... Ох, твою мать. Я лучше не буду даже прицеливать. С этой пушки так удобнее стрелять. Вот это было подло. Добей, силач, добей. Охереть, какая пакость. Дождик пошел. Здесь? Ох, я думаю, полезный дождик. Ага, а вот мы, походу, и пришли, да? Заброшенная лачуга. Опасность, радиоактивные материалы. Так, что за план эвакуации? Ну-ка. Приветствуем, государственный служащий. Угроза китайского вторжения растет с каждым днем, и вы, вероятно, задумывались, что делать в случае тотального ядерного уничтожения. Не бойтесь, вы федеральный государственный служащий, а значит, вам предоставляются особые привилегии. Право сидеть взаперти в полной безопасности на рабочем месте каждый день. Просто следуйте этим простым инструкциям, если начнется бомбардировка, и вы сможете наслаждаться обществом коллег, пережидая ядерную зиму. Первое. Услышав сигнал тревоги, бросайте все. Не берите с собой ничего, даже личные вещи. Все необходимое будет ждать вас в указанном убежище на рабочем месте. Второе. Отправляйтесь к назначенному рабочему месту.
Если уровень радиации достигнет критического, раздаст сигнал тревоги. Немедленно закройте и заприте двери. Не открывайте их, пока не прозвучит второй предупреждающий сигнал. Удачи и светлого вам будущего под землей. Имею сказать следующее. Как бы вы ни старались прятаться, если бомба упадет прямо вам на голову, то ни хрена вам не поможет. Ничего вроде больше нет. Ладно, пойдем тогда. Установка К-21В. Любопытно. Не знаю, оказывается, я соскучился по силовой броне. Никогда бы не подумал. Ого. Прям сталкер. Government employee number 011. Screw this government bullshit. This is Pazensky. Sirens, they came so fast. And the alarm. The only ones we could save were on duty. Stevens had left to get something out of his car. Stevens. He's gone. We had to close the door before he could even turn around. Protocol said we had to. I could hear him screaming. That was days ago. We're already running out of food. This place was not as well stocked as they claimed. Goddamn budget cuts. If anyone is listening to this, my name is Jeff Bezetsky. Tell my wife, Wilma, that I love her. Goodbye. О, липострычество дали. Так, правительственный бункер между тем, да, твою мать. Подвинься. Ого. Хрена себе. Ого, это что там такое? Синт? Синт, смотри. Раз синт, два синт. Так, ну ладно. Синт очень хорошо дружит вот с этим делом. С синтами у нас будут проблемы. Я думаю, на этой сложности они разматывают. Ну и мы разматываем, так что все будет нормально. Слушай, так это целое убежище. Натуральное убежище. Только это при этом бункер, а не какой-то там для экспериментов созданное убежище именно. Прятаться в силовой броне — это, конечно, не очень хорошая затея, но получается пока. Где ты есть? Я ж тебя видел. Ого. Что-то там какая-то. Да блин, вот этот прицел, конечно, сбитый. Двоих одним ударом. Неплохо. Так, еще кто есть? Пожалуйста, сохранюсь, пока все очень хорошо идет. Опять силовая броня. Надеюсь, это какая-то необычная. Спасибо. Так, разрядник, обезвредить.
Все норм. Так, сохраняшечка. Слушай, тут технической документации, что просто пипец. Так куда она подевалась? О, спасибо. Спасибочки. Сейчас набьешься, не волнуйся. Мы еще не закончили с этой зоной. Я думаю, тебе хватит. Что там? А, планшет. Походу все, что ли? Хотя там еще дверь какая-то есть, конечно. Охереть. Серьезно? Да опять ног нету. Так, ладно, бро. Ты мне неплохо послужил, но пришло время самой крутой брони в игре. X1. О нет, он не взял ланчбокс. Что же делать? Дизлайк, отписка. Как же так? Охеренно. Круто. Да рот закрой. Рот закрой, говорю. Так, с тобой в целом все понятно. Я так понимаю, что... Да, что лифт не откроется. Прикольное место. Но вот это вот секреточка. Хотя тоже не факт. Не знаю, Fallout просто, он про исследование мира, поэтому вот такие вот запрятанные места, я их не могу назвать секреток именно. То есть они как бы, ну да, такие, их сложно найти, но их можно найти безо всяких подсказок. Так что все нормально. Yeah. О, больше стелса. Начато отключение. Центральный компьютер в энергосберегающем режиме. Служебные операции. Выполнить перезагрузку. Так. Реактивировать аварийные... Ага, лифты. Все. Окей. Лифт работает. Второе. Так. Деактивировать роботов. Доступ отказано. Ага. Свидание. Синты, кстати говоря, были какие-то. А, это же я. Просто я поставил, что броня синтов темная. То есть мне так больше нравится. Поэтому я их не узнал. И, по-моему, оно и правда так лучше выглядит. У меня лучше. Я вообще там нехило прокачал свою броню. Я, кстати, с собой взял, нет? Ты, я так смотрю, не едешь, да? Ну ладно. Это, походу, все, что здесь было. Но то, что здесь было, мне понравилось. Ого.
тупо лифт. Это тупо лифт. Там что такое? Ну, теперь у нас есть броня X01. Конечно, не полностью, но... Вот так вот. Что это такое? Ничего. А чего она так блистала? Так, хорошо, куда пойти дальше? Вот что меня интересует, потому что я как бы уже за карту вышел. Ненавижу сраный гнус. Свидание. Хера вас тут. Ты же справишься, да? Да, нехило выглядит. Нравится. Ну, круче, насколько я знаю, вроде как нет. Так, хорошо. Мы можем сходить до кратера Атома, потому что по дороге, говорят, здесь какие-то реально интересные есть темы. Увижу, так увижу, не увижу, так не увижу. Так, вот у нас домик, вот у нас лифт. Пойдем посмотрим. Говорят, тут много всего интересного. Еще одна секреточка есть в загашнике, но ее, наверное, оставим на следующее уже видео. Хера, это что такое? Целое здание? Смотри. Я его, кстати, видел, по-моему, когда в прошлый раз проходил, но издалека так. Я ж тут как-то наискосок прошел. Сикось-накось. Так, эту хрень я, по-моему, открывал. Да. Тут у нас еще что-то есть. Офисы Атлантик. Ок. Это вот ты зря встаешь. Ох, сейчас там попрет, я чувствую. Силач хапнул. О, закрутило. Так, и здесь я смотрю, лифт, который вниз может отвезти, тоже есть. Силач, вставай, япона-мать. Спасибо. Так, лифт, помимо лифта. Ого. Это тупо на этаж вниз еще, да? Но можно и отсюда пройти. Давай стрелять. Половник. Офигеть. Разные вещи нужны и половник. Не знаю, но я не думаю, что мы тут что-то хорошее найдем в этой локации. Ну, чисто так. Проход. А, блин. Ладно, значит, чуть правее надо. Вот так вот. Yes. Пойдет. Ох, там пошел разнос полный. Да блин, что все закрыто-то?
Спасибо. Открыл унитаз, а тут голая женщина. Ой, голая. По Фрейду оговорочек, по Фрейду. Мертвая женщина. Жутковатое место, на самом деле, вся эта зона. Я от нее печалюсь очень. Спасибо. Так, теперь я смогу вниз спуститься. Дюфа. Да блин, ну. Где ты есть? А где силач? А где все вообще? Еще и светящийся, да? Или что это рвануло так? Да не то нажимаю, жену. Ух, прошибло насквозь. Ох, тут фонит неплохо. Да ладно, тут везде неплохо фонит. Силач, ты где, япономать? Куда ты подевался? Я вообще-то за тобой пришел. Тебя спасать. Тебя тут нет. Ну ладно. На нет и сюда нет. А здесь, я так понимаю, вообще нельзя. Просто, ну, на нужный этаж приехать. Ой, хорошо, с этим местом тоже покончено. Я на самом деле бы еще тут побегал и посмотрел бы, что есть, но я думаю, что на сегодня стоит заканчивать. Ты просто посмотри, какая охренительная, мать ее, броня. И это действительно круто. И круто, что мы ее нашли совершенно случайно. Ну как совершенно случайно? Вы посоветовали зайти мне в это место, где, типа, ты найдешь что-то, что понравится и тебе, и нам, мол. Понравилось. Спасибо за совет. Увидимся в следующей серии. Пойдем по еще одному секретику. Либо посмотрим. Может быть, будем зачищать эту локацию. Тут вроде как пирамида какая-то есть, которую я хочу найти. Не знаю, короче говоря. Жалко, что нашли без одной руки и без двух ног броню X01. Но одна правая рука, допустим, и одна нога у меня есть там, в Sanctuary. Так что, я думаю, присылку куплю, и все будет ништяк. Посмотрим, короче говоря. Ну да ладно. Увидимся. Всего хорошего. Всем пока.